И всем снова привет. Продолжаем мы смотреть матчи между ДК и LGD Gaming. И что у нас по пику? Значит, от команды ДК у нас Титан, Леон, Шейкер, SF. Довольно интересно. От команды LGD у нас идет Shadow, Шаман, Вайпер, Бетрайдер, Визаж. И в бане у нас от команды ДК Люкан, Инвокер, Вайфстиллер, Сларк, Тракса. От команды LGD в бане у нас Нага, Тайт, Тускар, Дум и последний бан. Посмотрим, что они. Кого точнее предпочтут забанить. LGD снова берет Вайпера. Ну, ту игру предыдущую они проиграли по большому счету не из-за него, хотя он тоже мало чем помог команде. Мидер и банится антимаг от команды LGD. Антимаг. Ну и последние пики у нас ДК. Посмотрим, что возьмут. Это Вивер. И LGD сейчас, наверное, будут долго думать, что же взять. Последним пиком. Не совсем понимаю, чем здесь можно убивать Вивера, потому что, скорее всего, он будет собирать линку. Вообще есть чем цеплять. Это Бетрайдер, Шадов, Шаман. И у нас Кент заезжает LGD. Ну что, поехали смотреть. Поехали. Вообще, Муши у нас будет играть на SF, это будет жестковато. Нельзя ему давать пространство для фарма. Тем более фидить ему ни в коем случае нельзя, потому что Муши очень сильный игрок. Не говорю уже о том, что он один из лучших мидеров в мире, но как игрок он достаточно сильный, он играет не только на мидерах. Вообще Муши он очень разносторонний человек, игрок, и он играет так, свободную камеру. Муши играет практически на всех персонажах, может отыграть, то есть он не узконаправленный игрок в команде. Он может отыграть как на саппорте, так на кэрри, на миди может отстоять. И, повторюсь, один из самых сильных мидеров на сегодняшний день является он мидером. Мидером является Муши. Значит, SF у меня немного какой-то, видите, да? Идет ДК у нас вардить чужие леса. Вивер видит команду LGD, но драться здесь не стоит LGD, потому что их меньше. Вивер идет вардить будет от Бетрайдера, соответственно, чтобы Бетрайдер не фармил леса. Бетрайдер у нас пойдет мид. Ну что, ДК завардили леса. Бетрайдер, если бы хотел идти в лес, он бы мало что мог бы здесь нафармить. Все грамотно делает команда ДК.
Ну и Кент стоит соло. Трипла у нас будет Визаж, Вайпер, Раста. А Раста стоит здесь, видимо, он собирается стакать для Бэтрайдера, но стакать. Да, видишь, что завардили, и если он будет стакать, то только вот эту точку. У нас стоит дабл мид, что ли, я так понимаю. Но SF мид должен проигрывать, потому что Бэтрайдер, соответственно, хорошо себя чувствует на миде. Шейкер. Делает грязное дело. Так, что у нас по линиям? Здесь стоит Вивер, значит, Леон отводит, и Шейкер тусуется около мида в надежде забрать Бэтрайдера, или он просто ждет, чтобы сделать. Да, он просто стакает. Просто стакает. Здесь нападение. Непонятно, кто на кого нападает. Раста на Титана, либо Титан на Расту. Видимо, они драли за руну, я пропустил. И подфармливают LGD лес. Саппорты команды LGD Viper стоит неплохо. Ему никто не мешает. Титан у нас смотрит руну, потому что варда у них здесь не стоит. Что у нас? Кен с хостой забирает он руну. Ну, в принципе, как и Вайпер, так и Вивер себя чувствует неплохо на линии. Никто им не мешает. Значит, что по пику у обеих команд я предпочтение бы отдал команде ДК, потому что у них сильнее пик. Не беру внимание СФ, хотя СФ, я думаю, отыграет в этом матче неплохо. Я просто не совсем понимаю, что буду делать с Вивером. Его надо гнобить уже изначально, чтобы он не фармил, но, как мы видим, ему дали полную возможность для того, чтобы собрать себе эту линку. Что, наверное, он и будет делать, если он не дурак. Шейкер стоит и ждет, ждет, чтобы забрать Кента, но Кент прекрасно понимает, что не нужно ему лезть. Да, подпушивают, подпушивают ДК уже первый тавр наверху. Первый свой тавр. И саппорты LG пока не знаю, чем заняться. Титан ходит на базу. Видимо, регейн заходил. Не дорегенился, пошел пешком. Не знаю, зачем он туда ходил. И перемещается. Араста перемещается наверх, чтобы облегчить жизнь Кенту. Хотя не знаю, чем он здесь ему поможет. Так, чисто для отпуша, потому что ДК скоро заберут. Заберут Тетри Тауэр наверху. Здесь у нас SF соло забирает Бэтрайдера. Да, это сильно. Вообще, по идее, Бэтрайдер должен был убивать его. Но, как я уже говорил, Муши один из сильнейших мидеров на сегодняшний день. Титан подобрал на виз, идет получать экспу, хотя он у него уже скоро кончится. Да, он стоит просто и получает экспириенс. Шейкер настакал. Я не знаю, как вот сделать, чтобы... А, во. Ёкарный бабай. Шейкер настакал СФу крипчиков. И за счет этого сейчас СФ будет отрываться. Забыл я включить графики. Вивер пока на первом месте. Вайпер на втором. СФ на третьем. СФ, кстати, отстает.
немножко. Но и Сев забрал ФБ, и у него появляется ботл. 800 на руках. Вайпер пока ничего, кроме ботинка. На-на-на-на-на-на. Так, что у нас? Так, Бэтрайдер пошел наверх, а на миде Кент. Странно, странное перемещение, зачем? Проиграл мид и ушел, ну. Кент делает стаки. И, да, успел. Успел. Вайпер пока на фрифарме, так же как и Вивер. У Вивера, я так понимаю, Мидас. Это Берник на нем, да? Угу. А у Вайпера пока ничего нету. Куда же он деньги делает? А, он Меку начинает собирать, понял. Понял. Шейкер у нас второй левел, СФ седьмой. Бэтрайдер пятый. Да, жестко он проигрывает. Пока СФ забирает у нас тайда, хотел сказать, Титана внизу. И пока счет 1-1 становится, неплохо. Раста на миде стоит. Да, конечно, LGD допускает сейчас ошибку. Ошибку в том, что дают как Виверу, так и Сефу беспрепятственно фармить. Потому что один вайпер, он не затащит, даже если он стоит на фрифарме, это все равно, по большому счету, ничего не даст LGD. Они не смогут убить расфармленного Вивера со Сефом. Ну и Сефы куда еще не шло, они, ладно, убьют, но Вивера чем убивать? Вот и забирает СФ очередной свой килл. Да. Пока все печально для LGD складывается. Хоть и счет 1-2, но... Так. Где у нас тут... Эти... Эти самые. Что-то я не помню, как включать эти. А, вот они. А, разница по опыту у нас сейчас идет около... Никого там... А, убивают Титана очередной раз. Неплохо. А разница по опыту у нас идет пока в пользу LGD. Как ни странно, около 1000. И разница по золоту у нас 1500 у ДК. Ну, пока это не страшно, но тем не менее. Тем не менее, ДК пока перефармливают команду, а здесь... Сносится Т3 Tower и сносится уже, пытается сносить Т2, команда ДК, и никто не собирается дефать. Да, очень сильно была пропущена линия. И забирает. Нет, бэкдор работает. Но все равно заберут. Леон забрал, не знаю, что как-то... Муши у нас с Мекой. Странно, почему не собрал ни один из саппортов ее. Ну ладно. А, и Шейкер у нас идет на арканы без Затара, без веточек, без хилочек. Он сразу же на арканы копит. А, Вайпер тоже скоро будет Мека. Бэтрайдер у нас фармит леса. Значит, по крипстату 64 у вайпера довольно. Так, надо немного вот так вот. 66 у вайпера, 61 у вивера, 59 у СФ. Ну, так.
по большому счету команда АДК перефармливает. Перефармливает LGD. Что самое печальное, перефарм идет у двух потенциально опасных героев у команды ДК, это Сеф и Вивер. Сеф и Вивер. Раст Арканы, здесь у нас у Визажа ничего нету, у Вайпера Мека, у Кента 1700 копит он на дагер. Сеф идет хилиться, хаста в банке. Вивер пока фармит мид, да, вот он собирает линку. Линку собирает. Боюсь, конечно, накаркать, но предположу, что команда LGD может проиграть тупо из-за того, что они не смогут ничего сделать с Вивером. Да. Как бы если брать SF и Вивера, они в принципе... Кстати, SF сейчас перефармил, по крипам обошел Вайпера. Даже если взять SF и Вивера, одинаковый золото, одинаковый затар, ну, по, я имею в виду по количеству золота, да? SF не так страшен, как Вивер, потому что SF и при желании так убивает у нас шамана с ульты, Леон, подкоп в кента, делается ТП, кент ультует, SF должен умирать, Мека юзается, забирает все-таки у нас кента на разворотах. Молодец, на характере. Ну и размен у нас получается 2 в 1. Кент, шаман, SF, ДК. Да, Ивер продолжает фармить. Это плохо. Вот, продолжу. Тему про SF. SF можно убивать при желании. Вивера будет убить куда труднее. И... ну, не знаю. Вообще, так, летают на шейкера. Шейкера должны убивать. Да, минус шейкер. Хорошо. Вайпер. По-моему, хотя здесь... ну да, здесь они могут вайпера забрать. Вивер все-таки уходит отсюда. Кен Дагер покупает. И пока... пока довольно равная игра. 5 графики. У нас в опыте LGD впереди на где-то 800. 2000 по золоту преимущество у ДК. Внизу пытаются забрать ДК Тауэр. Почему Раста не стягивается, не совсем понятно. Хотя в смоках, идут в лес в надежде кого-то найти. Уходит ДК. Решили все-таки не рисковать. Не лезть под вышку. И Раста уже начинает задумываться о том, чтобы уйти. Ждут кого-то в лесах. Птички идут смотреть. Палят. Ой-ой-ой. Минус 2 сразу же. Минус визаж должен быть. Нет? Да, минус визаж птичками стопает, но это не помогает. LGD минус 3 очень быстро делает команда ДК. При этом шейкер не ультовал, разультился лишь один SF. Вот так вот. Да. Не знаю, почему... птичками еще подфидил визаж. Не знаю, почему команда LGD брезгует покупать варды, потому как если были бы варды, не скажу, конечно, что ДК не смогли бы
Точнее, да, ДК не смогли бы забрать их в этой ситуации. То есть они бы не видели, но они были под смоками. Но Вивер, по-моему, Вивер, да, они встретили. Он не был в смоках, и когда они вот здесь проходили, они бы спалили одного Вивера. При этом, соответственно, логически подумать, что он не один здесь. И тупо бы не пошли, но так как у них нет вардов, они просто пошли посмотреть или, не знаю, пофармить в лес и отдались. И отдались. Да. Вивер скоро будет линка. С появлением этого артефакта Вивер будет куда наглее. И не забрал что-то он. Крипа, ну ладно. Куда наглее, будет уже драться более открыто и LGD. Непонятно, что делать с ним. Перемещаются на низ. Все-таки решаются забрать. Тавр делается массовое ТП. Сейчас будет ультить Шейкер. Нет, не ультует пока, нет. Разультился СФ. В СФ ульт. А, перекрыл как Шейкер. Цепляет СФ. Ульт от Шейкера. СФ должны забирать. Да, минус. Минус, минус, минус. Минус СФ пока. А, минус визаж. Забрали визажа. Кент также страдает. Немного не понимаю, где Вивер, а вот он. Так. Ну и сейчас я боюсь, что заберут прям под тауэром у нас Вайпера. Хотя здесь Раста забирает Вивера, хорошо уходит на блинке. Да, уходит на блинке Леон. Ну и размен пока в пользу LGD, потому что Кент, Визаж погибли с командой LGD, а с ДК погиб этот Shadowfiend и Вивер. Что у нас там по графикам? График в нулях по опыту. Это значит, что уже LGD проигрывать начинает потихоньку. И, соответственно, золото у нас. Ну, золото пока у нас держится по-старому. Полторашка в пользу ДК. В пользу ДК. Идут в смоках. Бэтрайдер с кентом. Хотят кого-то найти в лесах, но как бы не нашли их самих здесь. Отходят ДК, понимая. Или чувствуя, что здесь кто-то есть. Идут по низу. Все-таки намереваются снести этот тауэр. У Бэтрайдера инвиз. Перемещается он. Бэтрайдер и инвиз, перемещается он на низ. Но нет, он не перемещается на низ, он остановился на миде. Они, наверное, будут пытаться запушить. Сейчас ДК заберут тауэр. Да, и будут также стягиваться на мид для дефа. Тащит, тащит СФа. СФ разульти... Нет, не разультится. Хорошо, минус. Минус Титан, хорошо. Хорошая драка получается для команды LGD. Вивер запоздал. А, точнее, он даже не делал ТП. Я думал, он хоть сделает. Нет. Он не стал делать ТП. И они отдают Т2 Tower на миде. Хорошо сейчас LGD сыграли. Бэтрайдер залетел, цепанул СФ. СФ ничего не смог сделать. И посыпались маленько. Посыпались ДК. Кура.
Вивер с линкой у нас фармит и фармит. У нас Вайпер начинает собирать БКБ. Значит, у Кента пока ничего не появляется. 1500. Вот он купил себе также Огре Клуб. Клаб. Короче, топор на силу, при помощи которого будет собирать также БКБ, как я понимаю. Раста Форс Дагер. Визаж у нас начинает собирать Аганим. И Бэтрайдер, Форс, Дагер. И все. И все. У СФ у нас БКБ Мека. У Шейкера, по большому счету, ничего кроме Арканы Урны. У Титана Форс и, по большому счету, Сол Ринг Ботинок. Вивер Мека. Ой, Линка. Просто уже поздно, я начинаю заговариваться. Линка, Мидас Ботинок, Леон у нас, Блинк и Сапог. То есть, какого-то сильного перефарма не наблюдается, кроме как вот у Вивера, который с Мидасом, он будет только набирать обороты. Вайпер. По идее, если, конечно, будут все делать грамотно команды LGD, то они будут выигрывать замесы за счет Бэтрайдера, но не всегда получается сделать так, как хочется. Бэтрайдер цепляет СФ, опять ульта в СФ, он не успевает разультиться. Хорошо, хорошо, Шейкер ультует, минус Кент. Да, минус Кент, минус Шейкер, СФ окупается. СФ окупается. Так, идут. Минус Бэтрайдер. Зачем? А, он ТП пошел делать. Нет, не успел. Не успел. Ну, замес, в принципе, в пользу команды LGD. В пользу команды LGD, потому что убили СФ, он выкупился к тому же. Хотя сейчас они забирают Рошана и LGD его отдают, они не знают, не подозревают об этом. Хотя здесь стоит вард, они это видели. Видели, они просто отдают его. Раз ты здесь задержался еще, что он здесь делал, непонятно. Так, что у нас собирать начинает Вивер? Не знаю, то ли это БКБ, то ли Дизоль. Посмотрим, что дальше он себе приобретет. Вайпер БКБ появляется. Это уже хорошо, потому что все прокасты, которые есть у команды ТК, они магические. Ой-ой-ой, где это его убили-то? Угу. Как, я просто не понимаю. То ли они в смоках были, то ли что. Здесь стоит вард, он должен палить заход, но, видимо. Видимо, Бэтрайдер это не видел. Или просто подцепили грамотно. Идут по миду ДК, пытаются пропушить. Визажа цепляют. Визаж должен погибать. Да, визаж минус. Ультует Титан, непонятно в кого. Птичками также подфидил визаж. Делает ТП у нас Бэтрайдер. И сейчас должен кого-то цеплять. Не цепляют его. Кент ультует. Ультует СФ. Никого. А, нет. А, да. Никого не убивает. И цепляет. Все-таки Леона Бэтрайдер. И за это погибает. Подрубает БКБ СФ. Да, жестко. Жестко не сдаются у нас ДК, они даже не собирались уходить. На разворотах еще подрались, разменялись Бэтрайдер и Леон и решили после этого только отойти.
Странно. Хотя. Нет. Просто посмотрел на Затара из Ажа и почему-то подумал, что это Затара Шейкера. Просто я смотрел на Шейкера, я думал, на него нажал и смотрю, у него Аганим. Я думаю, почему он собирает Аганим первым артефактом, а не Даггера. Так, у нас у Кента скоро будет ПКБ, у Вивера Дизоль. Да, Вивер будет больно сейчас отрывать. Очень больно. И, не знаю, надо что-то с ним делать. Чекает пейзаж. Леса и подпушивает птичками вверх. Иду ДК по миду. УСФ Аегис до сих пор. Да, LGD пока ничего не могут сообразить, что же им делать. Бэтрайдер должен врываться, но он боится. Он боится ворваться. Имеется стан Леона, стан Шейкера. Моментальные, которые будут заюзаны, и врыв будет предотвращен. Все, цепляют. Нет, не цепляют. Не цепляют. Кен подрубил ульту и спас его. Визаж пока подпушивает верхнюю линию, туда идет Вивер, сейчас будет отрывать лица птицам. Ну-ну-ну-ну-ну, нет. Поставили сентрю на вход в лес. Здесь сентря. Не совсем понимаю для чего, потому что здесь нет варда. Если я не ошибаюсь, сентря не дает вижен в тумане войны, даже если противник в инвизе. Не знаю, конечно, может, в последних обновлениях переделали, но вроде раньше так было. Так, ну что у нас? Что за раз-то? Что у него? А, имморталовская какая-то хрень. ДК по лесу по своему ходят, фармят, никуда не торопятся. Команда LGD ждет. Вайпер боится куда-либо идти. Хотя Визаж не брезгует пойти пофармить лес. А вот здесь стоит вард, который палит. Палит их. И Шейкер нет. Хорошо, Раста сыграл, ушел. Вивер, не знаю, охотится за птицами, я так понимаю. Да. Что у нас по графикам? По графикам у нас более 5000 УДК преимущество. В принципе, это не так серьезно для 30 минуты, но тем не менее. И более 5000 по XP УДК. Да. Кен до сих пор не может нафармить на БКБ. Раста с Гастом. Визаж также не может собрать себе Аганим. А Вайпер вообще боится куда-либо выходить. Стоит на миде. Не знаю почему. А, вот, ставилась Сентриан, но Вард стоит вот здесь. Вот. А, команда LGD думала, что Вард, как обычно, тыкается вот здесь. Но ДК поступили по-другому. В общем, ДК идут по низу. У СФ появляется Манта. И они собираются пушить Т2.
Очень плохо, потому что у кента до сих пор нету БКБ, а у визажа появляется аганим, летает шейкер, минус вайпер, хорошо. А, байбак есть, но я думаю, не будет его тратить. Хотя можно потратить, потому что у шейкера нет ульты, нет ульты у Леона. Должен выкупаться и влетать. Почему? Почему они не дерутся? Отдают, отдают. Странно. Почему Визаж направляет свои птицы на вверх пушить? Почему они не участвуют в драках? Непонятно. Гему Титана. Довольно странно играют. LGD. Не знаю, на что они надеются. Ждут Рошана ДК. Какой счет у Вайпера? А, у Леона 6-2, у Ивера 1-1, 0-3 у Титана, 1-2 у Шейкера и 7-4 у СФа. Бэтрайдер 1-5, Визаж 3-3, неплохо. Раста 4-2 еще лучше, Вайпер 1-1, Кен 3-4. 3-4. Ноги шире. Да. Довольно скучно играют команды. Одна команда идет по какой-либо стороне. Я имею в виду ДК. Вторая же не особо хочет драться. Или же, точнее, у нее не получается по каким-либо причинам. Ставится здесь вард от команды LGD. 252 крипа у SF, у Вайпера 182, у Вивера 202. Все, все плохо, забирает Бэтрайдера. Загулял, загулял. Немного непонятно Сентря. Что они вот здесь вард хотели сбить, что ли, или что? Ладно. Ждут ДК. Непонятно чего. Уходят. От команды ДК варды стоят в лесу. По-моему, всю игру забирают Рошана ДК, и Аегис, наверное, заберет все СФ. Да, скорее всего, эту игру выиграют ДК. Непонятно, что делать с Вивером, с СФом, который с Аегисом, и сейчас за счет этого Аегиса ДК должен забирать сторону. По-нормальному, да, он идет отпушивать, и сейчас они пойдут по низу и должны забирать его ДКшники. Бэтрайдер вернулся опять туда же, где и умер, и пытается пушить. Вивер подобрал ДД. И просто идет по мину. Неплохо играют саппорты в команде ДК. Могу отметить то, что Шейкер хорошо врывается, перекрывает, станет. Также Леон. Находят они вард. Так, стоп. Это вард от команды
LGD. А это вард, я так понимаю, это команда ДК. Блин, я, по-моему, перепутал варды. Я думал, что наоборот. Странно, а почему тогда они не нашли? Или здесь стоял вард от LGD? Ладно, хрен совсем с этими вардами. Нет, нет, это варды ДКшные, а вот эти варды LGD, видимо, там вард от LGD стоял. И они его заметили. Кого-то убили, птицу, что ли? Так, врывается шейкер минус. Хорошо залетел бетрайдер, и ДК отходят, потому что смысла драться пока они не видят. Или не отходят. Нет, нет, должны отходить, потому что они проиграют этот замес. Вивер идет. Опять охотится на птичек. Раз, два. Да. Визаж откровенно... Откровенно фидит. Птицами и не абы кому, а виверу. Это очень плохо. Это... Нельзя так играть на таком уровне, в таких играх. Все, минус. Вайпер должен быть. Нет, нет, нет. Вайпер живет. СФ. СФ ультит. Хорошо. Никого не забирает. СФ должен умирать. Кент за... Раста зажал кента вардами. Бог мой, что творится? Да, забирает еще Расту. Бетрайдер также умирает. Визаж умирает. И... Вайпер один уходит. Я не совсем понял, как Кен был зажат вардами. Возможно, туда блинканулся. Ну ладно. На, получай, вибло. Да, это было жестко. Это жестко моментально среагировал шейкер на такую наглость бетрайдера. И сейчас будут терять LGD сторону. Первую сторону. Очень быстро. На дизоле все ломается, делает стп, нет. Ломает сторону ДК и переходят на вторую. Шейкер моментально врывается, забирает Расту, врывается Кент, ультует. СФ уходит на стах и пах, на двухстах. Да, не могут ничего сделать. И у нас отъезжает визаж. Не могут LG что-либо сделать. Тычки у СФа уже довольно больные. И отходят. ДК. Так, ну что, ребятки, надо, наверное, побыстрее заканчивать, потому что ваш покорнейший комментатор очень хочет туалет. ДК пока при таком преимуществе 23-13 в 10 киллов у Титана. Кстати, я не заметил, появляется этот Хекс. ДК при преимуществе, они как бы не то что боятся, но они особо-то
осторожничают. То есть они идут, они понимают, что они сильнее, но тем не менее никто не хочет по глупости проигрывать. Потому что эта игра очень важная, счет 1-1, и проигравший у нас вылетает. Вылетает. ДД, наверное, сейчас оставят. Виверу? Нет, Вивер у нас наверху. Почему не забирает ДД? Странно. Или же они хотят оставить для драки. Наверху у нас Бетрайдер. ТП. Вивер даже не собирается за ним бегать. Сажает птиц для чего-то странно. Минус Раста я пропустил. Леон забирает его. Шейкер с Леоном очень хорошо отыгрывают. Да, очень хорошо. Как бы вся команда ДК отыгрывает неплохо, но лучше, наверное, и в этой игре это будет Шейкер с Леоном, которые все делают неплохо. Да, пишет команда LGD Good Game. И ДК у нас проходит дальше, LGD у нас выбывают. Да. Ну, даже если бы не СФ, не Шейкер, не Леон, то Вивер на фрифарме все равно бы тяжело было бы выиграть против этого пика. Да. Не получилось. Да даже не то, чтобы не получилось, да не особо и как-то пытались как-то они. Да. Даже не знаю, что добавить. Как играли, то и получили. То есть проиграл мид, бетрайдер, перемещение, вайпер на фрифарме. Ну, вайпер не такой герой, чтобы уж дико разрывать в лейте, как бы вивер поопаснее будет. Но не беря вивера, тут СФ раздал всем. Счет у него 10 на 4. И не могу не отметить Леона Шейкера. В общем, ладно, друзья. ДК проходит дальше, LGD вылетают. Это была третья игра. И подписывайтесь на канал, смотрите видосы, ставьте лайки. Всем пока, с вами был Намко, удачи.